Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка RC Кравлера Катана, масштаб 1 к 18. Фирма Rock Hobby. Данную машинку заказывал на китайском сайте. Ссылочка будет в описании. Хочу сказать, это первый мой автомобиль на радиоуправлении. И для того, чтобы избежать различных там поломок и еще всяких недоразумений, поскольку я не особо разбираюсь в этом, я решил для себя взять не самый дешевый вариант, чтобы если были какие-то поломки, или можно было заменить, потому что как под более дорогую модель, я думаю, больше запчастей. Хотя сомневаюсь в данном случае. Но знаю, что эта машинка качественнее, чем все остальные, которые подешевле. Для первой RC-шки, я думаю, это идеальный вариант. Судя по отзывам, там, под эту машинку, там нет ни одного плохого отзыва. Все довольны, всем все нравится. Под машинки, которые более дешевле, там уже и то не так, и все не так. Там надо то исправлять, хотя я сомневаюсь, что в машинках 18 масштаба что-то можно исправить. Наверное, что-то по минимуму, потому как в основном основной масштаб 1 к 10, там уже, да, там меняется все. Каждую любую деталь можно заменить. Но здесь я решил взять лучше подороже, ну и понадежнее, чтобы было. Изначально планировал катать эту машинку дома только. На каких-то самодельных треках, преградах. Но я так понимаю, что и на улице она будет идеально тоже. Потому как на ней заявлено, что она водонепроницаемая. То есть можно будет и по лужам, по грязюке, и по воде покататься, пробовать. Это будет все в дальнейших видео. Данная комплектация включает в себя две батарейки. Я решил сразу чуть-чуть переплатить, чтобы потом не играться с этими доставками, выискиваниями нужной батареи. Так сразу взял, одной катаешь, другую заряжаешь, все четко. Также машинка поставляется в пластиковом кейсе, наверное, из ПВХ, что очень удобно. Данный кейс достаточно надежный, для транспортировки самое то. Ух. Сразу хочу сказать, это полноценная запаска. Достойно, достойно, на первый взгляд. Скорее всего, ключик для замены колеса. Также какой-то пин есть внутри. Запасная батарейка на 600 мА. Маловато, но думаю, можно будет докупить еще. Это, кстати, дополнительная батарейка. Основная, я так думаю, уже в машине. Сейчас проверим. Также зарядка. Thank you.
Так, что тут у нас? Так, нам необходимы батарейки. Сейчас мы их добавим. Так, батарейки мы добавили. Все, теперь наша аппаратура работает. Все, подключали, подключили. Теперь остается здесь. Наклеечку сняли. Открываем. Заедает крышка. Так. Надо подсоединить проводочки, батарейку. Как я говорил, здесь еще уже есть одна батарейка. Сейчас мы ее подсоединяем и включаем. Перепутать здесь нечего. Тут не засунешь другой стороной. Так, все. Понимаю, это кнопка. По идее, все. Да. Все, подсоединили. Можно закрывать. Проводочки уложить. Все, что по свету. Так, вроде по колесам все ровно. Значит, отлично. Выворот не особо сильный. А попробуем, что по газу. Ну, достаточно плавно. Да, да, я думал, будет хуже. Я думаю, что это очень хорошо. Отлично. Пробуем. Первая преграда. Изи. Супер. Я очень доволен, пока мисс. Отлично. Так, смотрим, что у нас здесь есть по кнопочкам. Я думаю, для первого RC автомобиля достаточно.
Так, мы проверяем, что здесь. Да, вот наш свет. РФ. Дополнительный канал какой-то, наверное, РФ. Надо будет прочитать. Довольно такой аккуратный пульт. Я думал, будет похуже. Достаточно медленно, мне кажется, правильно? Кстати, если что, пишите в комментариях, я новичок в этом деле. Уверен, есть поопытнее ребята, которые подскажут, что да как. Вообще, какие планы хотел рассказать по этой машинке. Думаю, мы ее будем улучшать. Я уже заказал некоторые прибамбасы к ней. Такие всякие резинки, бочонки, канистры, лопатки. Короче, будем ее именно приводить в нормальный вид. Добавлять всякие обвесы. Наверное, ее, скорее всего, не получится именно модить конкретно, потому что масштаб такой специфический. Но я думаю, все же что-то мы с ней-то сделаем вместе. Как минимум обклеим наклейками, посадим сюда нормального человечка, найдем подходящего масштаба. Добавим различные аксессуары. Канистры, лопаты, ящики, спальники, тросы. Лебедку, наверное, сюда ставить бесполезно. Но мы посмотрим. Все зависит, насколько надолго эта машинка будет жить. Ходы подвески мне очень нравятся. Получается, если поставить ее сюда, плохо видно. Очень нравятся вот колеса. Мне кажется, что колеса, именно мягкие, отыграют не последнюю роль в проходимости автомобиля. Но здесь это все на высшем уровне, мне кажется. Машинка как бы не дешевая для старта, но я брал именно потому, что дорогую, чтобы без лишнего геморроя. Взял и забыл. И катаешь. Правда, тут все пластик в основном. Но все же. Здесь есть и фары, свет. Здесь нормальный хард корпус. Не этот как бы пластик, как бутылку одели, знаете. Лаксановый или какой там называется. Могу ошибаться, поправьте в комментариях. Но все же здесь все намного-намного достойнее и детальней. Отлично все светит, работает. Здесь, может, здесь в дальнейшем, наверное, добавим лампочек. Но все же, как по мне, супер. Поворотники работают. Такая у нас Toyota Cruiser. Как по мне, отлично. Настоящий РТР. Достал и поехал. К плавности, конечно, надо будет привыкать. Едем дальше. Что могу сказать, ребята? Покатался по коридору, с малым погоняли. Да, по всей хате погоняли. Создали там какие-то определенные такие типа трассы, преграды построили.
Я могу сказать, что я доволен на все 100% этой машинкой. Я думаю, она идеально подойдет новичку. Просто идеально. Вот это как моя первая машинка. Я полностью доволен на все 100%. Не жалею, что переплатил. Как переплатил? Были достаточно дешевле экземпляры. Эта машинка обошлась мне с двумя батареями. Там на сайте есть две версии. Одна с двумя батарейками, одна с одной. Порядка $175. Там у меня еще были купоны. Плюс у нее, по идее, идет сейчас скидка на эту машину. Я ссылки в любом случае оставлю. Там посмотрите. Есть также машинки в районе $80. Есть машинки по 120 примерно. Но они идут или все с плохой детализацией. Ну, короче, там есть косяки в отзывах, там пишут все. Читайте отзывы. На эту машину единственную не было ни одного плохого отзыва, все были очень довольны. Также смотрел я обзоры на ютубе, англоязычные. Там тоже все ребята полностью восхищены этим автомобилем. Я вообще не жалею. Батарейки скатал, одну батарейку я зарядил полностью. А вторая, как с коробки так была, там была заряжена процентов на 30. Катались довольно долго. Мне кажется, что полтора часа мы откатались 100%. Так это железно. Плюс катали ее на большой скорости, ну, на максимальной. Максимальная скорость здесь не является сильно большой, но достаточно. Я чисто взял так, почилить, по коробкам покататься, по всяким, по игрушкам там детским, по маленьким машинкам, по преградам разным, по брусочкам. Надо будет дома создать какой-то спанок, трассу и гонять на ней. Но это все с временем. По ходовым качествам просто идеально, идеальные колеса, просто супер. Супер мягкие, цепляются прям как, не знаю, как липучками к всему. Для ее масштаба довольно-таки неплохо. Я сейчас поставлю коробку, у меня здесь видеокарты примерно немаленького размера. Попробуем на нее заехать. Батарейку зарядил не на полностью, но хватит, так, чтобы чисто ролик записать. Фары горят идеально, все четенько. Сейчас попробую продемонстрировать вам минимальную скорость, которая вообще возможно выжить с нее. Например, назад. Вперед. Мне кажется, довольно неплохо. Давайте попробуем поставить коробку. Попробуем забраться на нее. Также забыл, свет включается. Вот так упор.
По свесам не все хорошо. Здесь надо заезжать бочком. Мы, наверное, точно не запрыгнем. Ну, довольно неплохо так. Чисто поиграться. Покайфовать. Просто огонь. Огонь. Как бы не самая дешевая, но и не самая дорогая. Следующая машинка будет масштаб 1:10. Вот там уже будут цены поинтереснее. В смысле подороже. А так. Что заметил по повороту колес? Когда ты руль вкрутишь в какую-то сторону, кажется, что маленький угол поворота. Но когда даешь газу, мне кажется, он доворачивает еще. Вот сейчас назад как бы больше стал. Повороты, все работает отлично. Также обещаю, что машинка полностью влагозащитная, хотя я не понимаю, как это может быть, но я с ним разберусь обязательно. Вот смотрите, здесь видно мотор и все контакты как бы открыты. То есть, если вода попадает, как насколько я понимаю, что может замкнуть, но как получается, нет. То есть реально ее можно нагонять по воде, по болоту. Ну, будем видеть. Все пластик, я проверял. Люфты есть, но я думаю, что
для такой игрушки, грубо говоря, это вполне, вполне достаточно и не критично. Посмотрите детализацию. Номерные знаки, стопы, с учетом того, что они еще горят. Просто идеально. Интерьер. Руль, сиденье, коробка передач, панель. Кстати, зеркала даже есть вклеенные. Все реально зеркало здесь. Она гангстерская. Тойота. Тойота Катана. Рок Хобби. Масштаб 1:18. Просто пушка. Посмотрите. Я думаю, что в ближайшее время, тем скоро, на канале появятся какие-то видосики с ней. 100%. Она просто идеальная. Просто пушка. Ну что мы еще, ребята, добавить? Покупкой доволен, советую, реально клевая машинка. Что будем делать дальше? Будем ее улучшать, будем прокачивать всевозможно, буду искать в интернете. Если есть какие-то у вас варианты и вы знаете, как ее можно прокачать, что именно здесь можно докупить в таком масштабе 1:18, милости прошу в комментарии, буду читать, отвечать. Если есть вопросы, также задавайте, все, что надо, могу вам отснять, расскажу все, что знаю, ну, все, в чем разбираюсь. Эта тема для меня новая, но как бы я постараюсь вникнуть в нее. Мне очень понравилось. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики. Скоро появится дополнительное видео. Будем ее катать и дома, и на улице, в разных условиях. Также попробуем поместить в нее грязь, болото. Также покатаемся по камушкам. Посмотрим, на что она реально способна. Будем улучшать по обвесам, имею в виду по детализации, добавлять человечков, канистры и всякую утварь. По лебедке я уже говорил. Не знаю, если я найду в таком масштабе лебедку, хотя я сомневаюсь. В основном все лебедки в Китае продаются к 1:10. Но буду искать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч.